Канал Компас Инвестиций 2.0. Чего хотел сказать? Да просто подпишитесь на мой второй канал. На нем есть все видео, даже те, которых нет на моем основном канале. Подпишитесь и все. Рекомендую телеграм-канал ZenCrypto, канал по торговле криптой на биржах BitMEX и Binance. В своем канале успешный трейдер с реально хорошими результатами выкладывает все свои сделки и даже раздает крипту всем желающим в виде биткоин-чеков абсолютно бесплатно. Телеграм-канал ZenCrypto, ссылка в описании. Ребята, бодрого всем заработка, с вами Елисеев Михаил и мой канал Компас Инвестиций. Подписываемся на канал, у нас уже 129 тысяч подписчиков. Ну и также бьем в колокол, чтобы получать уведомления о новых видео. И сегодня я для вас подготовил свежую подборочку отличных сайтов, на которых можно поднять абсолютно без вложений копеечку. Пускай она будет и небольшая, но если вы отберете из них, как я уже многократно говорил, отличных 10-15 сайтов, они гарантированно вам будут давать 1, 2 и иногда даже 3 бакса ежечасно. Каждые 60 минут вы можете получать 1-3 американские монетки. Ну что ж, приступим к сегодняшнему разбору сайтов без вложений. И открывает нашу подборочку такой сайт, как Tushin Spear Club. Стандартный серфинг, стандартный заработок на выполнении заданий и также на автопросмотре сайтов. Давайте начнем, пожалуй, с серфинга сайтов. Здесь это основной способ заработка. Вводим капчу и нажимаем на кнопку «Продолжить». И вот такое количество у нас есть. На серфинг 75 сайтов, на серфинг 32 сайта, а также на выполнение заданий, за выполнение которых вам будут давать от 1 до 6 рублей. Ну, допустим, вот этот. Так, какая-то хрень виделась, поэтому опускаемся вниз и ищем что-то более серьезное. Допустим, вот это, Супербукс. Перейти к просмотру сайта рекламодателя, и у нас начинается обратный отчет, друзья. Всего лишь 5 секунд надо подождать, и копеечку уже, звонкая монета упадет нам на кошелек. Так, отгадываем капчу, UAQ. Отлично. Бабосики нам прилетели. Можно закрывать страничку и возвращаться выполнять дальше. Не забываем, каждый день собирать рейтинг, он дает вам больше возможностей на заработок. Увеличивает количество заданий, а также увеличивает количество монет, которые будут даваться вам за одно выполнение задания, а также за серфинг. Присутствует автосерфинг, чтение писем, как я уже говорил, и так далее. Присутствует также партнерская программа в соответствующем разделе. Рекламные материалы. Вот тут есть реферальная ссылка, давайте ее друзьям, знакомым, и будете получать также бабусики от ваших друзей. Ну, будут вам платить не они, а будет платить именно сайт. Вывод средств в одноименном разделе. Вывести денежки, вывести средства. Вывод на WebMoney, Яндекс.Деньги, PerfectMoney, Mobile Phone, то есть на мобильный телефон, а также на Kiwi, который очень часто используется в разных буксах, айпах, ну и Payeer, куда же без него, и офшорка Advanced Cash. Нужно прописать свои кошельки в соответствующем разделе. А мы идем дальше. Ну и следующий проект поможет вам заработать деньжат немножко, он называется bestliker.biz. Ссылку на него найдете в описании. И основной заработок — это на выполнение заданий. Добавление людей в друзья и прочие вещи. Допустим, добавьте в друзья такого человека. Просто нажимаем сюда. И, к сожалению, вы видите, да, человек заблокирован. Но если бы мы его добавили в друзья, мы бы получили за это целые 2 монеты внутренние. А у меня сейчас их целых 9 штук. А вывести на огромное количество платежных средств и карт здесь можно. Это и Яндекс, и Теле2, МТС, то есть все операторы, также Payeer, Advanced Cash, ну и даже на карту российского банка. Все очень по-крупному, ребята. Ну а касательно трафика, то он здесь достаточно солидный. 220 тысяч человек заходит на этот сайт ежемесячно. А когда-то рейтинг был 303 тысячи. Поэтому советую присмотреться к данному проекту BestLiker, ссылка в описании. Ну и следующий проект — CoinOpen, ребята. Основная задумка данного проекта — это вложил денежки и заработал тут чуть-чуть. Но имейте в виду, что это будет вас заставлять терять деньги. Потому что сайт построен именно таким образом. Но мы можем немножко сайт этот, скажем так, обхитрить и получить баблишко. Благо, он дает нам возможность это сделать, и мы обязательно будем этим пользоваться, ребята. Забираем бабки из него и тарабаним сколько можно отсюда биткоинов. Поехали, покажу как. Давим на FreeBTC, это чтобы получить бесплатные сатоши, и мы видим по аналогии с FreeBitcoin здесь таблицу распределения денег. Какое число вам выпадает, такое количество сатоши вы и получите. Допустим, выпадает диапазон вот этот, получите целых 55 сатоши. Если же вам выпадет диапазон 10 тысяч, то вы получите уже
5,5 миллионов сатоши. Давайте же сейчас попробуем собрать. Кстати, можно выбрать звук, чтобы у вас звенел колокольчик, когда можно будет заново собрать. А собирать здесь можно каждый час. Итак, нажимаем Roll. Хочу раз заметить, что... Ага, мы заработали 55 сатоши. Отлично, отлично. Кстати, тут заход только через Facebook. Чтобы залогиниться, вы должны иметь анкету в Facebook. Поэтому учтите это и зарегайтесь. На аккаунте вы видите, у меня уже 86 сатоши. Я залогинился через Facebook. Присутствует партнерская программа Affiliate, с которой вы получаете, как я и вам и говорил, 25% от сайта, если люди заходят бесплатно, собирают сатоши. Все честно, все по-честному, как говорят в Беларуси. Ну и также, куда же без вывода, это же самое главное и самое прекрасное в любом проекте. Вы видите сейчас, что люди из данного проекта выводят достаточно-таки солидные суммы, но чтобы заказать выплату, нужно нажать на одноименную кнопку «Withdraw». Указываем, сколько у нас на балансе, но минималка здесь на данный момент это 204 тысячи сатоши. Имейте в виду, что разные есть суммы в зависимости от скорости вывода. Здесь вы заплатите комиссию 3150, здесь 4,5, а здесь почти 5000, но зато за 10 минут вам придет. В общем, я думаю, что отличный проект для заработка без вложений, ссылка на него найдете в описании, друзья. А мы идем дальше. Следующий сайт CloudMine, ребята. И здесь просто потрясающий рейтинг посещаемости. Порядка 700 тысяч людей сюда заходят, чтобы сорвать свой куш. И основной здесь поток трафика именно из Украины, а также из Russian Federation. Ну и Казахстан, наши друзья из Беларуси, не забывают, также посещают данный сайт, чтобы срубить немножко звонких пиастров. Как же здесь, ребята, зарабатывать? Давайте перейдем в свой аккаунт и заработаем в без вложений. Итак, присутствуют здесь бонусы. Мы их-то и будем собирать. Не забывайте, что здесь нужно подтвердить свою почту, перейдя на свою почту, активировать по ссылочке, которая придет от данного проекта, и вы получите 50 догов. Эти доги мы инвестируем в майнинг. Сразу повторяюсь, свои деньги сюда не вкладывайте, друзья, не вкладывайте, иначе проект может такой достаточно-таки легкий, быстро сделанный на коленке, соскамится. Поэтому только бонусные деньги здесь используем, чтобы заработать. А мы эти бонусы будем инвестировать в майнинг. Давайте нажмем бонусы, выбираем, ну, к примеру, желтый. Желтый бонус берем. Что нужно сделать? Тут нужно вот так. Нажимаем вперед за бонусом, ждем, не скачиваем никакие здесь файлы, нажимаем пропустить рекламу, это просто сокращатель рекламных баннеров. Здесь нажимаем блокировать и, да что ж ты открываешь кучу рекламы. Но, ребята, к сожалению, если нажмете блокировать, вам не поступит код. Поэтому один раз можете это сделать. 24,88 в данном случае, и мы его сюда вводим. Нажимаем подтвердить. Итак, есть! Один док нам упал на бонусный счет. Дальше идем в купить мощности, выбираем счет, счет для покупок и давайте купим. Но, к сожалению, нам не хватает. Здесь 1 гигахэш мощности стоит 10 догов. Присутствует и партнерская программа с реферальной ссылкой. Также вывести деньги, заработанные, можно в разделе «Вывод». А как только вы купите мощности, они у вас будут добывать доги. Вы видите, у меня сейчас майнятся доги. Нажимаем «Перевести на баланс». И вот вы видите мой баланс с мощностями, счетами для выводов и для покупок. В общем, ребят, ссылочка будет в описании данного сайта, мы идем дальше. И следующий. Американский букс. Куда же без таких надежных столпов заработка в интернете, как америкосы. Америкосы у нас рулят по созданию надежных буксов для заработка без вложений, друзья. А здесь также есть партнерская программа в разделе баннер. Сможете вашу найти реферальную ссылку, приглашать друзей и зарабатывать также то, что вам будет дарить сам сайт, бонус. Далее можно зарабатывать непосредственно в разделе Earn Money, то есть собственноручно, допустим, просматривая какие-то рекламы. Допустим, просмотрели данную рекламу, получили целых 0,201, то есть одна тысячная цента. Как бы и немного, но зато баксы. Давайте нажмем на данный сайт и посмотрим, что же нам тут предоставляется. Итак, и тут, в отличие от других буксов, заполняющийся счетчик идет на самом списке баннеров. Мы можем себе его открыть где-то, да, и он у нас будет заполняться постепенно. Давайте же откроем еще один и соберем с двух. Ребят, пришлось перезапустить, потому что у меня что-то слетела эта штука. Сбор сразу с первого. Пришлось открыть их заново. Но вы видите, что можно собирать одновременно с двух. Итак, также можно выводить здесь деньги в разделе Withdraw. Но минималка целых 2 доллара. 2 американских мертвых американских президента, друзья. Кто хочет
все-таки зарабатывать на рефералах, можете их прикупить, но советую это делать только лишь, если вы заработали здесь бабки. Выбирайте количество рефералов, а здесь они очень жирно стоят, 10 рефералов 25 баксов, поэтому не рекомендую пока, ребята, этим увлекаться, есть во многих буксах рефералы и подешевле. Но один реферал стоит целых 3 бакса, ребята, целых 3 бакса, очень дорого. Ссылка на данный проект будет в описании, а мы идем дальше. И следующий букс по аналогии с предыдущим Kings BTC дает вам возможность заработать крипту, которая в будущем вполне возможно стрельнет, друзья. Как же здесь поднимать деньги? Как же здесь без вложений это зарабатывать? Давайте посмотрим. Конечно же, раздел Earn Money. Допустим, серфить Ads или серфить рекламу. Нажимаем Surf Ads. Итак, что нам тут будет платить? Ага. Достаточно не кислое количество BTC. Так, BTC Wall. Но меня это не интересует. Я хочу смотреть именно рекламки. Давайте поднимемся в самый верх. 13. Ну и вниз пошли чуть подешевле. Давайте посмотрим вот это. Нажимаем «Я не робот». Ждем окончания, когда у нас загрузится вот это, этот счетчик. И наш линк почти готов. Бьем в GetLink и давай бабосы гони нам сюда, давай бабосы гони. Так, давайте не будем что здесь нажимать. Так, что нам, засчиталось или не засчиталось? Ага, засчиталось. И мне что-то указывает на то, что хозяин здесь один, как и с предыдущим буксом. Видите, идет у нас заполнение вот этого ползуночка, да? И он нам сразу же после заполнения даст 13 сатоши. Я думаю, что можно открыть второй. Нажмем тут «Я не робот». Ну что ж, наша ссылочка уже готова, и я уже чувствую запах крипты. Давай нажми сюда, на GetLink, нажми на меня. Ну и что? И что? Но мы же все здесь закроем, не будем на какие дополнительные ссылки нажимать, а только лишь посмотрим. Ага, здесь, ребята, надо держать открытыми ваши вот эти сайты, которые вы открыли при нажатии на баннеры, до тех пор, пока не заполнится ползунок. Можно и прикупить рефералов в одноименном разделе, и здесь они намного дешевле. Только представьте, 10 рефералов стоит, я же вам говорил, что дешевле бывает, всего лишь какие-то одну тысячную цента. Просто копейки. Так, как же вывести деньги? А вывести здесь можно в разделе «Виздров». Реферальная ссылка находится, как обычно, в баннерах. Ну и вывод здесь достаточно демократичный, который равняется 30 тысячам сатоши. Это минималка, кстати. Можно баннеры взять, чтобы разместить на своих сайтах, разных буксах, чтобы также в этот проект рефералов пригласить. Ну и если хотите раздавать друзьям, то можете взять реферальную ссылку вот здесь. KingBooks, ссылка будет в описании, а мы идем дальше. Ну и следующий сайт нас встречает майнингом, друзья. Здесь можно зарабатывать именно на майнинге, и причем без вложений. Сразу хочу сказать, не нужно никакие средства сюда вкладывать. Мы зарабатываем здесь, в этих сайтах, только то, что нам дают на халяву. А халява — это всегда приятно. Кстати, тут бывает проблема в том, что сайт не пускает иногда со своими данными. То есть ты, казалось бы, ввел свой логин-пароль, но он тебя не пускает. Как же это обойти? Просто сбрасывайте ваш пароль на вашу почту. Обязательно вам придет новый пароль, с которым вы сможете зайти. Бывает такой глюк, но сайт, ребят, платит. Итак, как же здесь зарабатывать? Давайте нажмем «Автофаусет». Кстати, вам нужно будет обязательно здесь приклеить какой-нибудь из ваших кошелечков на данных криптовалютах. Можете их взять, допустим, с той же биржи Binance. Итак, итак, Litecoin Autofaucet. Я сюда указал свой Litecoin кошелек. И что же мы получим? Всего лишь 30 секунд и 4 Litecoin Сатоши мы получим. Давайте нажмем. Поет 4 Litecoin Сатоши сюда. Автоматически будет нам да, давайте дождемся. И 4 сатоши отправились нам на Faucet Hub, ребята. Faucet Hub — это такой агрегатор кранов, который выдает скрипты. И, по сути, все деньги всех кранов, которые используют данную систему, хранятся там. Это как банк, который только перераспределяет деньги от админа по всем мелким участникам, которые непосредственно заходят на его кран и собирают. Вы видите, сейчас я собрал, здесь достаточно-таки быстро идут выплаты, и причем кран реально платит на Faucet Hub. Но уменьшается скорость. Скорость — это такие жетончики, называются они ATKN. Давайте нажмем Get ATKNs. Для этого можно просмотреть Short Links, либо PTC Ads, либо Claim Free. Давайте нажмем на Claim Free. Получаем 55 ATKNs. ATKN, сорян. Я выберу рекапчу, нажимаю «Я не робот», и почти что сейчас в нашем кармане очутится 50 ATKN. Осталось нажать кнопку Get Faucet Rewards. Отлично, отлично. У нас очутились заново на нашем балансе вот эти внутренние монеты, которые мы можем использовать как возможность сбора. Реферальная программа здесь 25%, сайт платит.
чтобы привлекаете друзей и знакомых. Давайте нажмем My Wallets. И здесь вы можете добавить как один, так и все вот эти кошельки и собирать любую из этих криптовалют. Не забывайте, что эту криптовалюту нужно приклеить к вашему FastHub аккаунту. То есть заходите в FastHub аккаунт и тот же адрес, к примеру, Litecoin, который вы сюда указывали, указываете в внутренний кошелек своего FastHub аккаунта. А взять вы можете его с любой криптобиржи. В общем, ссылка на данный Moonhash сайт без вложений будет в описании, а мы идем дальше. Следующий сайт BitRob. Простой заработок на очень похожем интерфейсе одного крана, про который я рассказывал в своих предыдущих видеороликах. Как же здесь зарабатывать? Давайте нажмем Earn Bitcoin и нажмем Faucet. Это краны, ребята. Заработай всего лишь 7 сатоши, отгадав вот такую вот фразочку. То есть ее нужно найти среди вот этих всех, нажать на нее, отгадать еще одну. И давим на кнопку Claim Now. Так, где же наши бабосики? Так, Sakash Claim It мы собрали. И на нашем балансе 14 сатоши. Чтобы хоть что-то отсюда вывести, нажимаем аккаунт и нажимаем New Withdraw. Минимальный вывод здесь 10 тысяч сатоши. Присутствует здесь и Roll Game, то есть кости, или вы, наверное, встречали 3 девятки Dice Free Bitcoin, где вы можете ваш баланс попытаться приумножить. Но это, ребята, очень и очень сложно. Кстати, вот здесь Roll Game это не Dice, Dice вот здесь находится. Roll Game это сбор сатоши, как в том же FreeBitcoin, то есть без всяких вложений. Нажимаем Roll Dice, у нас выскакивает вот эта цифра и, к сожалению, нам дается очень-очень мало. Всего лишь 2 сатоши, но каждые 60 минут мы можем это повторить. Как бы немного, но все равно приятно. Ребята, ссылка на данный сайт будет в описании, а мы идем дальше. Ну, ребята... Следующий сайт Bitmining Pro. Заработок на майнинге. Майнинг сейчас на железе не актуален, поэтому мы будем майнить хотя бы какую-то копеечку, но на полном пассиве в фоновом режиме, а на вот таких вот сайтах. Сразу хочу сказать, здесь подразумеваются инвестиции, если вы хотите. Но я это делать вообще категорически вам не советую, потому что сайт может просто тупо не заплатить. Ребята, я показываю, в какие сайты нужно инвестировать в своих отдельных видео. Здесь мы только без вложений, не вкладывайте ни копейки сюда. Давайте покажу, как здесь зарабатывать. Итак, здесь вам даются бонусные мощности. Вот видите, у меня сейчас 50 гигахэш. Можно их прикупить, то есть на те валюты, на те монеты, которые у вас есть. Допустим, есть у меня биткоины, да, мы можем прикупить. Но имейте в виду, что минималка здесь это 150 тысяч сатоши стоит там прикупить. Давайте поменьше поставим, может быть он даст нам и поменьше. Нет, увы, минималка здесь такая. Вот, видите, обновил, и уже сатоши мне упали. Ребята, сайт реально крутой. Можно здесь выводить, но только на те деньги, которые у вас манятся с бонусных мощностей. Указывайте ваш адрес кошелечка, указывайте то количество, а можно вывести только то, что у вас наманилось, и денежки упадут вам на счет. Bitmining Pro, ссылочка в описании, а мы идем дальше. Ну и следующий сайт Money Club, который, ребята, когда-то имел просто ошеломляющий успех, и многие о нем, наверное, слышали. Посещалка у него была в былые времена. Имена целых 608 тысяч посетителей ежемесячно. И он радовал выплатами, что он, в принципе, делает и сейчас. Сейчас 166 тысяч подписчиков у него есть ежемесячно. Но давайте покажу, как же здесь зарабатывать бабки, так как он до сих пор платит. Money Club, ребята, просмотр ссылок. Давим сюда и начинаем зарабатывать. Есть тут VIP-ссылки, но я их уже просмотрел. Давят, точнее, дарят они вам хорошие деньги, если вы их просматриваете. Но они здесь в ограниченном количестве. Всего лишь 2 ссылки ежедневно. Обычных ссылок здесь поболее. И на балансе видите, сколько у меня денег. Давайте просмотрим данную ссылочку, чтобы заработать 2 почти что с половиной копейки. Нажимаем на глазик, и идет у нас обратный отсчет. Дожидаемся, когда он закончится. Осталось совсем чуть-чуть, и у меня просто бомбит. Хочется уже вырвать эти копейки с этого сайта. Отгадываем капчу, нажимаем перейти, и... Так, денежки должны нам пополниться. Пополнится на баланс. Давайте обновим. Вуаля, деньги на сайте. Деньги на моем балансе. А как же вывести? Так, нажимаем вывести, посмотрим. Нужно в настройках указать наш Pair кошелек, друзья. В общем, ссылка на сайт Money Club будет в описании. Ребята, собирайте с надежных сайтов без вложений. А мы идем дальше. Ну и завершает подборочку всех сайтов без вложений. Самый, наверное, лучший сайт, который был
в сегодняшнем видео. Поэтому самые стойкие получили самый классный источник заработка, ребят. Сайт называется bv.com. Зарубежный обменник, биржа и майнинг пул. Все в одном, вот этот микс позволяет нам заработать. И не просто заработать, а заработать с того, что вы получите бонус. Давайте покажу, как же здесь зарабатывать. Во-первых, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и получаете от сайта 100 тысяч сатоши. Абсолютно реально, потому что сайт офигенный, только начинает он развиваться, китайский, а китайцы любят на вот такие экстремальные вещи. Чем-то напоминает интерфейс биржу Binance, и, кстати говоря, он достаточно-таки крутой. После того, как вы зарегались, обязательно идете на почту, которую вы указывали. Ну, конечно, самые умные используют только почту Gmail. И активируют на этой почте ваш аккаунт. После того, как вы его активировали, вы получаете вот эти бонусные 100 тысяч сатоши, как я говорил, и включаете майнинг. Получаете проценты от заработка с майнинга со 100 тысяч сатоши. И для того, чтобы начать уже пользоваться вот этим бонусом 100 тысяч сатоши, мы переходим, ребята, в раздел «Депозит Reward». Запомните эту кнопку, а также тут, к сожалению, нет русского языка. Сайт переведен только на китайский язык и на корейский язык соответственно. BTC Ever Zone, то есть «Депозит Reward». Вознаграждение от депозита бесплатно. Нажимаем Claim Reward. Rewards Claimed. Мы вас поздравляем. Вы заработали целых 2000 сатоши, друзья. Я получил, просто собрав, нажав один раз. А вы мне говорите, что нельзя собирать 1-2 доллара в час, либо в одни сутки. В час, ребята, возможно. Особенно, если вы будете использовать вот такой вот сайт. Ну, а такое количество, вы видите, с бонуса я получаю каждый день. Если мы переведем на русский язык, это можно, кстати, сделать, используя встроенный переводчик Google Translate в Chrome. Вы видите, что ежедневный доход составляет 2800. В день 1,6% от вот этого количества. Вы думаете, все это лохотрон? Нет. Вывести деньги тоже можно. Нажимаем вот сюда. Далее переходим в раздел Withdraw, либо можно нажать вот сюда. Пишем BTC, и у нас показывается количество монет, именно биткоина. Выбираем биткоин, нажимаем Withdrawal, то есть вывод. И здесь мы указываем код из капчи, динамический код, который вам придет на ваш e-mail. Нужно нажать на кнопку Send код, и она прилетит вам. Прилетит этот цифровой код на ваш почтовый ящик, который вы указываете при регистрации. Указываете withdrawal amount, то есть количество. Указываем все. И здесь мы прописываем ваш адрес биткоин кошелька. Допустим, с какой-нибудь биржи. С той же Binance, Bittrex, либо Poloniex. Вот здесь, ребят, пока еще не разобрался, но что-то мне подсказывает, что нужно нажать Internal Transfer, то есть внешний перевод, чтобы увести на внешнюю биржу, на внешний источник, на внешний сайт, так скажем. Нажимаем Withdraw, и все, денежки у нас пойдут на вывод. Но имейте в виду, что минималка здесь достаточно-таки большая, составляет она 250 тысяч сатоши. Ребята, не советую сюда инвестировать никакие деньги, только выводим, потому что это пока что не уровень Bittrex, Binance и Poloniex, поэтому такие биржи очень часто скамятся, ни копейки своих денег сюда не инвестируем, не нужно совершать ошибок. Я вас предупредил, вы меня услышали, обязательно заходите на данный сайт, собирайте сатоши, потому что в скором будущем они вполне возможно станут просто золотыми. Все ссылки вы найдете в описании, и помните, друзья, когда вы будете собирать с 10-15 стабильных, удобных для вас сайтов, то 1-2 бакса в день, даже в час, возможно, будут вам гарантированы. Ребят, все ссылки найдете внизу, просто загляните и нажмите «Открыть всю информацию с под моим видео» и регистрируйтесь на всех данных сайтах. А с вами, как всегда, у микрофона был Елисеев Михаил. Не забывайте подписываться на мой канал. Нас уже здесь 129 тысяч подписчиков. Здесь еще вас ждет большое количество способов заработка без вложений, аналитики, разбор разных монет, разных сайтов по инвестициям и заработку на этом, а также много чего интересного, в том числе и заработок без вложений. С вами был Елисеев Михаил. Да пребудет с вами профит. Пока-пока.